он про него из Бродов скажет. Вот Марина Лещенко найдет, вот. Такая дымная, да? Ты знаешь, я не знаю, я думаю, что у нее же есть какой-то доступ к нашей группе. Ну да. Я в принципе, так и делаю. Я редко, когда отдаю, когда приезжают вот эти тети, например, там, или я редко, когда вот так отдаю, вот. Мне легче его, им отдать, чтобы они смотрели новый, чем отдать вот так вот с видео. Ну, они же так не делают. Не, многие девчули хотя бы, если приезжают, то они обязательно что-то себе дают. Они могут там, конечно, мозг чуть повыедать, но редко, когда, чтобы они не купили. Карибочка прикольненькая. Люблю Тесса. Очень люблю. Ткани у них всегда такие приятные. Все, меня так вот купит. 100% купит. Настя себе такую ткань купила на прошлых выходных. Одну взяла, лен с вискозой. Хочу широкие штаны и, может быть, без рукава такую длинную, почти до пола. Это не пальто, но такую разлетайку типа. Я так себе придумала еще, не факт, что. А вторую хочу или широкие штаны, или, может быть, скорее всего, юбку. Но юбку такую длинную, чтобы она была с плесилушкой. Что-то такое. У меня любимая платьюшка Утро неприятненький попался. Блин, кто такой вот красивый сделал? И костюм классный, и куртка кожаная. Детская такая приятная. Я сейчас тут вымахиваю все, забыл.